первой группе. Сейчас позырим. Там по ДПС глянем, кого свичнуть можно. Слабенько. Да и надо танки. Надо танков раздуплить. Я как раз этим занимаюсь, дай мне чуть-чуть времени. Я просто только-только приехал с работы, быстрее ворвался, включил комп и сразу зашел. Я еще даже толком ничего не поел, ничего. Блин, я тоже так сегодня с работы пришел. А уже прошло, конечно, 4,5 часа где-то. Ну, Мадина на замене, чиль пока. Не знаю. Тут пока пачка есть. Скорее всего, не понадобишься. Некоторых людей отсюда я видел. Некоторых тоже видел. Руру, я не помню, часова, да? Да, это сова. Это мне уже внутри целая касса будет, да? Хуя меня тут опиздит, иметь какой-то пет нахуй. Они дерзкие. Хорошо, не отпиздили. Вот, ты фурить, чилить мне сказал. Ты кто? Это опять же Энг с первой группы. А, да не, подожди, я сказал Мадине. Подожди пока. Надо танков найти, достартовать. Слушай, ну из танков у нас, я тебе смотрю, только Дед Мороз, он уже в рейде, в принципе. Ага. Сейчас я покричу в Дискорде, у нас потому что есть еще паладина танки, которые просто не в сети, сейчас в секунду. Тоже не, блять, танков нету. Так, урон, это чё? Destiny. А, это тот самый. Ну вот видишь, урон, тебе надо Тиренос любить с Гера с меча. И смысл сюда ходить. Так, Димыкс, ты пока почиль, там Долоране где-нибудь. А так ни у кого нету, да, танков, типа второго перса танка нормального, там заряженного, который не обрыгается, там 1070 хп. Смотрю, в Дискорде сидит в онлайне Мишка, на Модлос, он Мишка-кот. Сейчас я в личку ему напишу. Слава, не у каждого танка 70 хп. Хорошо заряжен. Да, я всегда систем ботов делаю. Я бы вообще, я бы мог танком пойти. Это надо друиды, чтобы контролили. Нужна сова. Да вообще еще одна сова. Я бы сейчас взял ДК и сову. Два стата. Потому что все остальное, думаю, так более-менее. Слав, я в холике или в ДЦ? В холике. Окей. Там ДЦ 2Т5. Ну-ка, покажи огнестойкий танка. Чё он у тебя там? Сейчас. Да, я он только собирается. Вот, смотри. Так, 45-й. Ну, камнем подбить бы 54-й, конечно. Блин, сейчас забагался. Ну, у меня и тринка вон еще с ТГшки, блядь, самая хуевая. Ее обновлять надо. Чит у меня хуевый. Я просто выпал в осадок. Кот ебаный фетишист играет с моим носком. Грудакс-то так и выбить не могу уже, хуй знает сколько, блядь.
Это нормальный шмот для обычки, но типа для тех мобов на рейдит сойдет. Мне кажется, ты даже. Ну, я в таком шмоте и этого ребро танчил. И еще когда у него 200 лямов хп было. Ну, и... блядь, ты сильный танк, я-то, блядь, больше ретрик. Я танк только такой ватный. На... Чисто на подсосе. Не, ну ты же РБК танчил, правильно? Конечно. Да я и обычки танчу, я кару ХМ танчу. Ну, ты видишь. Три моба, это же. А под еблом босса с этого ребра поставить тоже, думаю, нетрудно. Бля, я там, конечно, хуй знает, прожимки отдавал. Ну, у меня, считай, ключ есть. 50-ка. Зубы есть вон, если чё. Шальная, куда ты ливаешь? Тетя. Мало даешь, да? ДПС. Ничего. Да, там, блин, ребро было такое, что... Да и дамага было дохуя с ним. Ой. Вот прям дожать надо, прям немножко раздуплить. Всем, кому я мог, я написал. Жду отклика хоть от кого-то из них. Они, представь, думают, нахуй надо... Завтра. Потенциально у нас есть три танка. И два из них это протопал, один у нас Мишка. Вот жду. Хоть кто-то может напишет. А вот этот огнестойкий, он хочет остаться где там? Ты говорил, это в Тетембрисе, да? Ты в первый статик попал, что ли? Да нет, я во втором. Блять, если на самом деле Войд, если б ты мне когда написал то, что предложил пойти, короче, к вам. Я думал, что вы дальневосточная гильда. Я не пошел только из-за этого. Если б ты сказал сразу, что вы в 8 еще собираетесь, я бы у вас оказался. Так еще не поздно. Надо челиков, короче, смотри. Сделаем так. Вот эти, кто собрались, вот я тебе сейчас поперечисляю. Тут бывало, что мне с моей гильдии заходило 4-5 человек. Вот, и там челики заряженные всякие. С ВХ есть, и с волонирами, и 2Т5 ДЦ тоже есть. Вот я просто перечисляю. Вот это получается что? Пиво не помню откуда. Ну вот чумовая это вы, получается. Извиняюсь, ребят, пиво триада. Литр пива триада. Ага, ну вот выскнать тоже. Доначенный хан, там 24 куска дает. Вот. И, короче, Киризайт, не помню, павший, что ли. Лучезара, Эля. Это, короче, с... Овервайпа. Овервайп, да. Гурлок тоже вроде бы. Так, Уруру это вы. Койл это вы. Дот это тоже Овервайп. Ну, вот я, получается, Войд. Скука не помню. Шальная не помню. Привит не помню. Откуда Трибал не помню. Скука, Шальная, Триада. Лев не помню, Аслин это вы, Жуки это триада, Хирургия не помню. Так, триада. Дед Мороз это овервайп. Ты в отдельный статик просто солянку делаешь из разных гильдий? Я... Это не солянка, я и хочу в гильдию, чтобы начать нормально играть, а не вот это сидеть там по 5 человек там, 5 там, собрать нормальный рейд. Вот видишь, и шансы очень высокие. Просто надо собрать самых сильных и пойти убивать. Я понял, но, блядь, я не знаю. Я бы, опять же говорю, если бы ты... Ну, я знал сразу, что вы не по дальневосточному времени тоже рейдить, я бы пошел. Но сейчас я уже в Тенебрисе, и, типа, с ребятами нормально общаюсь. И сливать будет некрасиво, плюс-минус. Так а что там поэтому за такие ребята? Они твои друзья или что? Ну, хороший знакомый. ГМ, ну... по-моему, Глюк, да, там? Нет. Там, Бенсера. Бенсера? Не, в плане, что ты с ГМом, да, знаком? Не, не с ГМом, с другими ребятами. С первого статика или со второго? С первого. А. То есть у тебя перспектива есть просто в первый к ним попасть, правильно? Ну, там у них РПОВ пока достаточно. Ну, вот пока достаточно, ты бы и перешел, да и все, а туда ты уйти всегда успеешь. Тебе не обязательно с ними отношения портить. Зачем тебе отношения портить? Просто скажи, пока тут поиграю. А тут посмотрим, что будет. Просто видишь, когда люди себе в голове думают, что а, захочу, приду, захочу, нет, это одно. А когда, ну, люди собираются, проносят и смотрят, ага, да, то есть есть будущее какое-то, то тогда, да, есть смысл играть. Я понимаю. Ну, я за прогресс всегда в любом случае.
Но пока не знаю. Пока не могу просто допищать. Так, а шальная, что ты вообще даешь по ДПС? Ну-ка, 59-й. Ну, камни. Камни у тебя, ну. Вот эти вот в тапках. Ну, параша какая-то, что это такое? В кольце 64-м, что у тебя? Оранжевого камня нельзя вставить, что ли? Грудак. Что за грудак? Позорный. Плащ, пиздец. Ну, как ты такое позволяешь? Я хуй знаю. Ну и сколько ты даешь? Ну, блядь, и посох. Сколько ты даешь? Нет голды? Ну, 12-15. Да, мало, конечно. До кого-то посильнее. Инсурис здесь и нет. А трибал, что вообще релогается, он зайдет. А ты груд сколько даешь? Это напомню. По-моему, инсурис сколько на сурке даешь? Танка где-то раздуплить надо. Вот сулфурел. Это обычка. Ой. Так, это наши. Вот груд 14 тысяч. Это что? А, это слепец. Вот сурок. Груд 12 тысяч. Вот сколько? 15 тысяч. Хуёво. Стараемся, кумекаем. Чё можем, блин? Инсурис. А, 13-15, да? Ну, пока не знаю. Блять, а кто паровозы ебаные поставил? Вот чё нахуй? О. Ну чё, паровозники, блять? Отойду от вас. Ну нахуй. Так, ну а дракон... Чё там дракон давал? Дракон 17 тысяч. Сурок обычка. Это нормально, да? Вот если дракона брать, жуки свич, не, ну жуки дохуя тоже давал, да? Но на леди он хуй сыграет. Он тоже 17, как и дракон дал. Хуй знает. Допустим, на ребро и аспект, ну это хуй с ним. Ну вот танк нужен, даже танк если стартовать. Танк раздуплить надо. А где у нас танки? Нету. Вентилятор. А чё, Марика нету, что ли? А чего он? Знает. Тридцать. Чё, никого там знакомых нету танка? Вообще глухо. Бля. Но у самих у кого персы есть, кроме меня? Ну, или... У меня 254 ДК есть. Какой 254? Как-то он там одет. 4Т4? Я могу ник тебе написать, а ты просто чекнешь его в арморе. Ну, в этом, в базе. Так. 4Т4, да, то есть есть два спека. Один блат, один ГДК, то есть... Ты им играть умеешь, да? Ну, естественно, я весь катаклизм играл до кота. Не, ну, в принципе, вот только так пробовать, как бы. Но если ты пойдешь, то это тогда брать надо кого? Димыкса. Знает, у него камни хуевые. Ну, он вроде убивал Лени, да? Помнишь же Димыкс всю хуйню? Только вот если так, я на ребро с вами спекнусь, потом на Леди в сову. Ну, типа, вот так, чтобы мы шевелились хотя бы. Слав, Марик спрашивает, вас вот у нас танк? Да. Нет. Надо ДК. А, ну, если он придет, и самого слабого можно будет свичнуть по ДПС. Хотя меня тихуй знает. Ну да, чё, Эля, тогда зайдешь ДКшником? Ну, если нужно, конечно, чё ж. Ну, потому что мы не двинемся никак по-другому. Походу. Хотя бы вот ребро мы ебанем, да? И мы леди ебанем. Потому что я буду в сове Суруру контролить. Димикс, походу. Блять, еще бы друида какого. Вот у всех вот этих шипы, локов, этих, как он называется, разбойников и шаманов бесполезных есть сова какая-то нормальная, которая может вихри кидать на леди. Моментально, быстро, качественно. Чтобы люди не убивали себя, и их никто не убивал. Других никто не убил. Вот тогда будем надеяться, хоть пойми на что, на удачу. Ну, присты, в принципе, могут ферять, локи могут ферять. Посмотрим, как будет.
ключевое, там контроль-то, в принципе, двух друидов и эрдру хватит. Вот, но ключевое, конечно, не хлопать духов. Че, слова? Мы все собрали, да, получается? Ну да, я бы вообще тебя взял вместо кого-то. Да не-не, ты своей пачкой это делаешь. Пусть люди учатся, убиваются. Да хули там учиться, все тут все умеют, просто надо внимательно сыграть. Ладно. Присоединёшь там, да? Да, это... я перезахожу. Да, это самая восьмая пати. Почильте пока. Но типа имейте в виду, что вы на замене, если вы... Если вдруг кто-то вылетит там или что-то, будьте неподалеку. Потому что кто знает, сейчас рейд, если нормально пойдет. Сейчас я в мишку прыгнул. Вы чилите. Груда. Ну, сейчас посмотрим груд, это самое. Кто там сколько дает. Эту цифру гляну, пока почилите. Окей, давай, я в 10 буду, ты скажи сюда. Я не выйду отсюда пока. Да я и стрим могу включить вон. Да, включай стрим. О, давай, да, я посмотрю. Надеюсь, не буду за этого лагать. Так, ставлю рыбу. Сумоним. А, блять. Дожили. Танковать целка опять мишкой. Димикс, ты где? Ты тут? Да, здесь. Летишь? Да. Ну я думаю, что, пока ДКшник заходит, мы вполне трэш с вами почистим, пошли. Не его, пожалуйста, у меня почему-то я не могу его принять. А, так я ассиста собрал, на тебе ассиста. Прими. Пошли трэш херачить. Смотри, отписал один как раз товарищ танк, он мишка-сова. Ага. Ну, так, как ты хочешь? Могу его тебе ник написать, ты просто посмотри, сам прими решение, сделай вывод, стоит, не стоит. Хорошо? Прям секунду в рейд напиши его ник. А он в дис бы зашел лучше. Ты его в дис можешь позвать? Да, конечно. Сейчас, секунду. Вот если я его возьму, надо будет кого-то свищить. А как понять, кого свищить мне? Кто у нас тактики вообще не знает? Есть такие? Сейчас я ему здесь скинул. Мишка, в принципе. Ну, лесовой как раз третий. Ну, кого-то мы свичнем, я думаю. Сейчас он включает дис. Тебя свичнуть, да? Шикарно, шина. Ну, давай тебя. Там обезвреживали этих скелетов. Его было очень трудно, и я подверг его душу ужасным в принципе, нам на леди надо будет так
Вот он, допустим, танканет. Или огнестойкий танканет, мы в три совы поконтролим спокойно, а вы два ДКшника на бусе будете. Будет вообще бомба. Думаю, так лучше всего будет. Че, по чем тут? Че, ты друид, сова, Мишка танк и сова, да? Ну, у меня Мишка 2, Т4, 2, Т10, я не переделывал еще. Ой, блядь, Рома Мерис, это ты, блядь. Ну давай, это который Бами не переделал. Ну-ка еще раз, Т2, Т4? 2, Т10, да, улучшенные. И Т4, Т4, да похуй вообще, это тебе надо будет, знаешь что? Ну. Тебе надо будет в СВ поиграть, сова какая у тебя? 256-я, хуёвая. Ну, хуёвая, ну ты играть умеешь? Ну, вы сносилишь. Ссылка 25 гер. А, ну все, тогда заходи, плюсуй там куда-нибудь. Кто тебе пати может дать? Значит, Зара может дать? Он сейчас Зара, да, да, даст. Так, у меня игра зависла, сейчас я перезапущу ее. Ну вон, давай, заходи. На леди танканешь. Ой, блядь, поконтролишь. Это будет самое ответственное. Похуй на ДПС, там все остальные за ДПС. Все, что нужно, три контроля с нас. Не хлопать духов и все, и пиздец. Остальное там 2 ДК танка будут делать. 4-5 на полу в рейде есть, я думаю, вообще проблем не будет. Ну вот и все. Вот видите, раздуплили по амбарам, по сусекам, блять. Ставим шкаф. Напомню, насчет лута. Хоть это и шкура неубитого медведя. После леди полегче пойдет. Сейчас просто сосредоточимся. Насчет лута будет консул. Вот. Порешаем, что кому. Не в том плане, что это мне, это ему, там он пидор, он хуево там бьет. Не в этом плане будем рассуждать, а в том плане, что мы единый рейд, и мы хотим этот рейд усилить. На данный момент. Это, по-моему, нихуя не надо. По осколкам у нас Казик, по-моему. Казик где-то, кстати. Тихо-тихо, я еще не прилетел. Так, по ребру. Будете вот. Дам на сол перезагружается. Ага. По ребру будете вот примерно от сих до сих херачить. Ну между. Ну, чтобы он из звезды в кружок чаржился. Два псова толковая, в которой я уверен. Танканул бы ДКшником, конечно. Да ладно. Слав, а ты не скидывал, ребята, новенький этот патч на этих. На духов, на леди. Патч на духов где-то скидывал. Где-то вон на доны. Это ребята пришли новенькие, просто еще, может, тоже, наверное, не в курсе. Где-то я скидывал. Че за плащ на дух? Плащ на духов, там, короче, вкидываешь дата руру и все, у тебя духи. Духи, значит. Как он называется? Гостиную же все могут видеть. Гостиную, давай, блин. Руру. Z, по-моему, да, вот он 16 мегабайт. Вон. Гостиную ебанул. Чтоб зеленые духи были. Что там заходит, нет? Да, заходит. Что-то мне такое ощущение, что попадают ДКшники. Ну, спикнув я в медведя, Сергей зайдет назад нас этого на дерево. Это не вариант. Надо именно ДКшник. Твой медведь, он не наберет ничего. Ты же знаешь, да, почему? Не, ну с
Ну, знает, если там каким-то чудесным образом будет ярость, у тебя 100% и никогда падать не будет, туда можно набрать с напулами. Не, ну мы танчили с Дедом Морозом с пугами. Только это, наверное, до реворка еще было. Да все, в принципе, в теории можно. Главное, чтобы ДДшники не были такие сумасбродные, что дамажат, и это ничего не стопают. Так, а я на ужах, я один, да, стою? Кто может еще на лужах там постоять? Какой-нибудь РДДшник не тупой. Есть такие? Какой-нибудь ШП, лок там, кто почилить хочет. Сова. Справа, слева. Лем. Че, Гурлок выполнял такую роль, да, раньше? Лима нет, он тут 2 НХ. Постоянно. Я сам такой же. И в десятках, и в 25-ках всегда на ушах был. Ну поэтому... ты-то хан, ты же не можешь вплотную встать и бить. Ты выбрал... Давай, я справа тогда, а ты слева, хорошо? Выбрал такую ответственную роль. Где там этот? Или он зайдет, нет? Слав, он заходит, у него просто телега его долго загружается. Короче, у нас на сегодня 20 рыбы. Если все съедаем, то все. Вообще на этот рейд 20 попыток, не 50, а 20. Падаем и все. Спать охота. Ой, нихуя себе. Чё-то твой медведь не превращается в кролика. Какой-то неправильный у тебя медведь. А он не может, он сильно большой. Толстошкурый. У него защитная это аура. Аура медвежьей брони. Медвежьего... медвежьей шерсти. Не надо в кроликов превращать. Я спрятался. Стенку. Видишь? Начинается вот это вот. Да ну пипец, пишет невосприимчивость и все. Ну, защита от таких штук. Шкаф, ребят, поставьте, пожалуйста, он уже прогрузился почти на своей телеге. Почему у тебя еще получается ШПшник с ВХ, да, еще в загашнике, и ДК-танк, который куда-то там пошел. Вот его не хватает, видишь, как не хватает? Да, он чуть-чуть проебался, не знал, что у нас сегодня хрем, хотя писал, блядь, забей. Ничего, я думаю, сейчас, если вот этот, вот эта пачка сыграет, прям, я думаю, должно тут хватать на все, типа... 8 боссов точно, а дальше уже надо смотреть, как люди играют. На леди вы сами знаете, что делать. Не раз были. Мы про тебе это говно отваивали. Но... Не, на удивление, вот те, кто там были, это видишь, я на шамане ну, минимально играл. Ну я сколько? Я за него контент хилил там. ЦК, вот это. Ну, ты что там одна кнопка? И вот то, что я делал там, в том рейде, и те люди, которые там были, это, ну, более-менее такие опытные, нормальные люди. Потому что там, ну, сколько, 3-4 вайпа у нас было, и мы закрыли. Ну да. То есть, как бы, не первопроходцы, люди более-менее нормальные были. Надо тебя огорчить, сказав, что там больше половины рейда вообще никогда не были на ХМ, на леди. Ну, видишь, раз в год и палка стреляет. Я думаю, сейчас, ну не знаю, ну 3, хер с ним, 5. Ну если типа больше 5 вайпов будет, то это же, конечно, будет.
Я буду расстраиваться туда. Я думаю, хороший рейд. Шапочники хорошие. О, сходим. У тебя банка есть там на хп, там вот это все хуйня. Хавайте рыбу. Ой, бля, пуха, пиздец. Камень надо. Кольцо. Срочно. Срочно. Найти где-то. 45-й хотя бы. Зефирит у кого лежит из Юва и синяками. 45-ку воткнуть. Блять. Буквально минут 15 назад на аукцион поставил. Да. У меня есть зефирит вроде, но у меня нет второго ЛК-шного камня. У груда есть. ЛК-шный я бы сделал. Надо бафнуть, да. Ты 60 тысяч-то хоть выйдет. Что там по талантам? Были мертвых есть. Надо как-то его сейвить побольше. Если у шаманов у каких-то. Он вайт, у тебя есть хил? Не, у меня только инховый хил ПВП. Камень не надо быть. Вон цельный зефирит, ебани. Этому ДКшнику. Ну, так-то на пуху надо какую-то нормальную воткнуть. Где-нибудь взять, а? Чё там, готов? Нет? Ебанет с первой тысячки, походу. Все, но у тебя микрофон периодически шумит. Можешь на кнопку поставить, пожалуйста. Это ужасный звук. Иди, это белый шум. Иди, иди, горлок. Это иди. Сейчас слышно, Damn Soul, ребят. Ага. Я говорю, ты мне просто скажи, куда бежать, и все. Какая моя задача тут? Задача вон со мной стоять. Вот, здесь я. Понял, принял. Встал с медведем. А на леди твоя задача будет. Дед Мороз будет первую игру набирать, а твоя, ну, быть вторым всегда, и будете меняться местами. Угу. Вот. Ну, еще и духа не хлопнуть при этом. И все, и здесь. Ну, это понятно. Ну, остальных, я думаю, оман есть. 5 на пулов есть. Че, да, не проверка, да ебанем. Что ли? Босса. Да, СС ставьте на Дэн Соло, лучше, на всякий. Все там гурлок, тут и раздупляться. Ну ты, короче, знаешь, как играй. Ты понимаешь, да, что у тебя он по хп слабый. Тут с 2000 точно сбреет, потому что по 40 это вылетает. Так что там с пула, я не знаю, там кровь. И этот, не зыбку жми там. Ну, он ключик есть, так что тоже есть что поражать. В общем, смотри, ну и хитси там. Особый упор делайте эти... Два приста, DMX на вот этого ДКшника Демонцову, который на мне одной частицы хватит. Вот. Чё там, гурлок, доты? Доты тут, гурлока нету. Гурлык, гурлык. Нету.
Ну курлык, ну. Этот вот. О, все готовы. На пулы, все 5 на пулов на звезду на медведя. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Герой, хуярим. Bone Spike Cast. Когда вихрь начинает крутиться, кто-то уходит в звезду, кто-то в кружок. Смотрите там. Ну, на звезду побегу. Да, там, смотрите. Два ДКшника бегайте. Босса только не таунтите никогда. Я буду его всегда в центре ждать. Вот вихрь первый пошел. Вот и все. Рейд немножко с 20 метров от ребра стоит. И уже другой танк, другой метку идет. Дал вам на хп, вы там захититесь уж, пожалуйста. Вот сейчас после этого он будет идти в центр. Вот он идет ко мне спокойно. Ждем. Сейчас он дойдет. Спокойно станете за спину. Убивайте. Стоим. Немножко в бок. Бэс 290. Че там, хильте, не спите. Че? На шипах что ли? Шипы долго разбиваются. Шипы быстрее разбивайте. Роги этого, ну, я вообще думаю, не надо объяснять. Если хил на шипе будет долго висеть, мы попадаем просто. За танком весь рейд упадет. Вихрь. Пойди на другую метку. Уже выходите. Выходите, выходите с лужи. Не надо чилить в этой луже. Когда лужа исчезнет, жуки станку. Что когда босс пойдет в центр. Когда крутится, мы вставаем. Все, босс идет ко мне, жду в центре. Жуки станут. Лучезару, надо бер. Димикс Лучезару поднимает. Жуки встал. Лучезару поднимает, Димикс. Вставай. Каску, лапа, пристабав. Дальше играем. Не, это ну, дамаг супер засанный. Просто надо каких-то посильнее людей. Вот эти вот 11-12. Дракон, Эльми. Я же сказал сразу, что он меня хуёво любит. Ну сова, ладно, дракона очень мало. А чё ты хочешь, чтобы я тебе на ребре давал, я не понимаю. Ну, блять, это же, сука, это ебанский босс. Для мели. Да. Алло, слышно? Да. О, могу. А чё вы, ну, в лужу решили зайти попадать, да? Чё вы? Просто интересно, как вы так сообразили. Сейчас еще один рывок будет. И оттуда уже будет центр возвращаться. Ну давай, значит, уруру Лучезару ресы. Я пала хила, только что. Ну, Эльми Гурлока ресы. Сейчас. Гурлок или Лучезару? Уруру Лучезару, а Эльми Гурлока.
Я резнул Пала Хила, когда он был у Пала сразу же. Значит, я Лучезару резну. Надо было. Минус там. Ну давайте зубы и крылья по танкам. Фул прожим отдавай, Дед Мороз. Не должны сдувать. Вот, нормально, под незыбкой выжим. 4 ляма добивайте. Сейчас мне еще. Крик уже отдал. Ну вот, кого-то надо посильнее. Кто может посильнее? Ну, посмотрим сейчас, в принципе, на леди. Сразу щит кому надо. Сейчас он эконом. Угу. Я тебе говорил, иди, ты не хотел. Да не, я-то все равно ничего бы не лутал. Кроме пива никому не надо? Я думаю, все в дисе. Надеюсь. Это. Вот это параша надо кому-то? Нихуя себе параша. Да? Одному плюс, второй стоп. Привет, ребят. Привет, Руслан. Мишка почилит. Между рогами давай подумаем. Асалин, тебе прям это сильно апнет? Или можно этому роги дать? Вроде меньше тебя дает. 14 тысяч. Ну, у тебя как в планах? Ты собираешься вливаться в рейд? Посмотрите на свои руки. Ну, в плане, вот в этот статик неизвестно, что сейчас на леди будет. Ладно, надо закинуть тогда Асалину. В будущем, я думаю, это еще не раз будет выпадать. Ну, а вот это параша. Кто? У кого есть распыл? У меня у Бискнайта. На эту парашу тебе. Осколок был? Не было, да? Сейчас глянем на леди. Значит, огнестойкий ты будешь протопалом на леди. Вот, я пойду в этого. В сову. С этими с тремя совами. Вот два ДКшника и огнестойкий. Это наши танки на леди. Окей, ну и после трэш спектр. Дальше там, в принципе, посмотрим. Может, даже, что Слав Марик пошел. Ага. Же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Бьем мобов пока. Там с агро. Огнестойкий вряд ли больше даст. Вот. Но тогда, если мы... Ну, сейчас, короче, посмотрим. Но... Тут просто ретрика, мне хуёво будет, если я буду бить леди, у меня же освещение, оно вокруг. Да. Это самая печальная хуйня на этой хуйне. Поэтому будешь... мне профит не будет, потому что мне постоянно придется стопать, убегать куда-то, блядь. Ну что поделать, так типа убили леди все равно, с ретриками, по-моему, даже с двумя. Типа, можно все сообразить. Ну, сыграем с тобой, претопалом. Господи, нет. Димикс, ты проклятие видишь, брателла? Братан. Димикс. Так стоит, да. Ну, проклятие, видишь? Проклятие. Фиолетовый. Здесь понял, да? Ну-ка.
Нет, не он. Не видим, да? Не, ну вот сейчас ты диспелил с деда? Нет, не он. Ну, блядь, ну у него один диспел есть. Димикс, короче, кинется сейчас еще не диспелите. Кто их кидает вообще? Ученик, что ли? Не надо, чтобы ты проклятие диспелить мог. А то ты ноль эмоций на проклятие вообще. Вот этот, по-моему, петух кидает. Ну там фиолетовая такая браша появляется. В принципе, ТСВ можно делать, но дамаг проебем. У тебя какой аддон демикс для хила? Хилбот стоит. Хилбот. Ну вот когда проклятие вешается, у тебя красится панель какой-то другой цвет? Или нихуя? Я вижу все проклятия. Вот, вот ты сейчас не диспелил, почему? Просто так? Подумал, похуй или как? Такое, вот у меня фиолетовая вуду окрашивается. Вот на леди будет проклятие там с мобов. Но если человек это, обилку заюзает, то КД будет на эту хуйню секунд 10, по-моему, да? Как на Джане это параши. Вот. А это херово. На тот же щиток. Огнестой кнов против спекаться, да? Да, да, конечно. Так, сейчас я лобнусь. Это что-то так параши. Короче, там внизу посижу, если что, свистни, типа, Белгород по делу. Ну, про босса можете забыть, Роги. Я думаю, босса не побьет, может, один, может, два шипешника, потому что они могут свищнуть. Роги, наверное, поиграете по этому, по трэшу. Может, Асалина и Гурлока посадить. Гурлок же больше всех, да, на ребре дал, то запомнил. Скажите там, у кого есть возможность. Ну, у тебя топ это Хант, Асалин, потом, блядь, Сова. Не, я из шипешников имею. А из шмейц сколько? 15500 вроде, да. Я его тоже не понимаю. Для тебя доты больше всего там лучше. Ну, доты и ассалины можно свичнуть на босса, остальные, чтобы херачили. Такс. Вот, короче, рыба. Как мы будем играть? Сторона гнестойкого это вот тут. Звезда. Сторона двух ДКшников это вот тут. Кружок. Вот, еще есть моб с лестницы. Он чередуется. Либо приверженец, либо фанатик. Демсол, ты будешь по этому мобу заниматься. То есть твой моб ромбик. И, соответственно, вот это окошко. Крайнее к нему. Слав, тебе дракон пишет, почитай. Ясно. Хуёво. Ну. Мультики такие спеки. Остальные хирургии с блефом проблем не составляет вам в трэш поиграть? Нет, 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 комбат. Оба комбата, что? Да. Либо он стоит. Вот, ладно. Значит, понял, да, Демцов? Тут нет. Прием, прием. Где он там? Вот. Дед Мороз, ну, соответственно, твой. Он не паук лежит, и центральный. Ты первый на боссе будешь. По мобам знаешь, да, Демсол? Значит, если с лестницы идет фанатик, ты его ЛПшечками ждешь и заводишь максимально сюда в кружок. Если идет этот приверженец, ты его гриппаешь максимальной ренжой. И он в воздухе еще начинает кастовать, и даешь ему сбив каста заморозку разума. И проводишь его, пока он, ну, после сбивки, после сбива, знаешь, да, эту хуйню всю. Ну, огнестойки, соответственно, у тебя там два фанатика и один приверженец, это ты тоже знаешь. Вот на последней фазе, когда босс двигается, ты уже бегаешь, смотришь, с какой стороны вышел, и потом меняется стороны, и все. Самое главное, хэпало, имейте в виду, не проебать его в конце. Все частицы на второй фазе на огнестойкого. Он ДКшников не пошотает. Вот по напулам. Короче, на боссе сидит, летят доты и Асалин, и дракон. Роги. Три человека. Остальные все распределяемся так. Значит, в звезде играют три лока, три совы, два шипе и хант.
как играем. Сначала зерга и моба, который центральный выходит, приверженец, до того, как он щиток повешает. Без кнайт, играешь только в него, и потом поворачиваешься в круг, ты знаешь, да? И бьешь по приверженцу. Вот, значит, если мы убили везде своих двух мобов, фанатиков, да? Присты, соответственно, вас двое, там гурлок и вот сколько разделите, ну, лево-право фанатика, там с них надо будет спилить вампирик. Но это в том случае, если долго они будут заливаться. Будет очень хорошая помощь здесь спалить вампирик. С них, ну, баф, который их захиливает. Потом, если мы убили свою хуйню слева, да, мы поворачиваемся и помогаем в кружке. То есть и сушение даете также на босса мультидот этим по максимуму. Кто играет в кружке? Это Блеф, Хирургия, Казик, 2 Энха. Энхи тоже. Там фанатик выходит, один с центральной, стопудово всегда выходит. Вот его бери на себя инвайт. А жуки, у тебя опциональный фанатик. Я имею в виду не бить его, а диспелить вампирик тоже вы можете. Развеяние магии. Или как там эта хуйня называется у шамана. С ромбика опционально, либо приверженца, либо фанатик. Его берет жуки на себя. Тоже здесь фанатик идет. Там убил, допустим, в первую очередь приверженцев убивать. Их двое всегда с этой стороны. Щелкайте их. Потом начинаете бить этих. Ну и кто там? Ну и все, походу, милики кончились. Что-то получается, двероги, вар, 2 энха, 5 человек. Ну, ДД, в принципе, помогут, так что, думаю, проблем не будет. Хилы свою задачу знают, танки. И основной момент, когда босс переводится, первая фаза хуйня, когда босс переводится, начинает двигаться. Сначала выходит 3 моба. Все бросают, кроме 5 на пол, бросают босса. И имейте в виду роги, если вы мана кончилась с босса, и вы рядом и не даете на пул, то есть не напулите фактически этот момент, он у вас просто щелкнет. Вот, имейте это в виду. Что вы делаете? Вы напуливаете на танка. Первый танк будет танчить Дед Мороз. Потом сразу же напуливаете на второго танка по откату. Вот. Значит, все убивают сначала трех мобов, которых идет танчить огнестойки. Вот. И только потом уже играем в босса. Как играем в босса? Открываем Омен и смотрим. Если вы вдруг подбираетесь к первой-второй строчке, там два ДКшника должны быть, то вы стопаете дамаг. И просто бегаете. Вот жмете там уходы в тени, всякую онлоки скидываются, хан притворяется, роги напуливают, энхи вьюзают ПКД, пронизывающий ветер. Ну, дальше объяснять. То есть, если сова, допустим, руру, если понахерачишь по боссу, увидишь, что ты его не там первый, просто стопаешь, бегаешь, чилишь, контролишь, выходят мобы, их играешь. То есть, ну, имейте в виду, потому что умереть от леди, ну, это будет параша. В принципе, все прям, вот все, что делать, все объяснил. Самое главное, чтобы убить этого босса, это надо не хлопать духов. Это вы тоже, думаю, знаете. Патч на зеленых духов Евдиси. Если сейчас будут какие-то проблемы, если пойдут хлопки один за одним, будете все качать патч. Вот. Ну, еще немножко хуесосить буду, конечно. Так что давайте, проверка. А, и самое главное. Войд контролит все квадратики. Уруру контролит все треугольники. И Эльми контролит все луны. Это контроль. И еще по контролю дополнительно. Если совы назначены, это не значит, что остальным нихуя не надо делать с контролем. Также кидаются жабы, кидается фир от локов, фир от престов, потому что вы это можете сделать либо раньше, либо позже, либо есть в случае промаха и невосприимчивости вихря. Но та же самая роги, все паладины, тапстаны, все сдаете, всю хуйню, без всяких разговоров. Потому что если люди не убьют нас, и мы их не убьем, мы убьем босса спокойно и не хлопнем без духов. Вот и все. Посмотрим, как мы играем. Войт, ну как-то им просто по комнате, я, блядь, несу затекать нахуй очень сильно. Что по комнате? Ну по комнате разосредотрачиваемся на второй или куда-то бежим, блядь, по хилам. А, на второй по хую, бегай кругами и все. Как да, тебе удобно? У меня вот этот вот вопрос и нужен был все. Спасибо. Вообще, я бегаю на ДСшнике тоже, вот 25 недавно сделал. Бегаю кругами и хуярю, все, заебись. Все, даю отчет. На этом, на лестнице постоянно стою или пока по сторонам бегать? Это кто? Понял, инвайт. Ты не стоишь на лестнице, ты стой в кружке. И бей там мобов, там 4 моба будет, ну ты бей. Контроль 5 секунд. Готовимся. Контролим сову, ферянти. Рогу там не умеете.
Казик и Рога не убейте. Бьем трэш. Контроль секунда. Вот бы скнайт проклятие, никто не спалит. Димикс. Твой камень огород. Огород твой камень. Ну понял, короче. Обновляем контроль. Еще раз. По луне не вижу. Эль, Эльми, работаем. Ну да, я поебал вообще луну. Трэш вышел, бьем трэш. Контролим. Контролим. Ну почему? Треугольник, чё? Гуру, иди вспримчивайся. Часа про. Все нормально. Бьем. Вставалку юзай сразу. Щиток ему. Каску, лапу, пистобал. Вот, подал. Стоп, по боссу отошли от босса. Трэш вышел. Ушли быстро все от босса. Все в трэш помогли, кто на боссе был. Быстренько. И сейчас самое важное. Контроль. Одна секунда. Контроль. Контролим людей. И только потом уже переводим босса. Там 500-1400. Контроль. Смотрим контроль. Контроль раздаем. А, меня закинуло. Раздаем контроль. Луну не сделаем. Ничего страшного, что-нибудь другое с ним сделаем. Только не ёбните его, ну чё за говно, ну? Уходим, служи, босса переводим. Как только босс перевелся, стопнули по боссу, отвернулись от босса, ушли и в трэш повернулись. Везде трэш, весь рейд в трэш. Незыбку первую Дед Мороз. Фанатик гуляет, собери. Помогите. На пульт. Все быстро ринулись, убили мобов. Там убить их одну секунду. Дух, побежали, давай Незыбку. Блять, а у тебя Т4 нету. Ну что это? Эльми, сукин сын. Какого хуя ты не видишь, что ли, духов? Не успел его. Контролим людей. Быстрее на фул захилимся. Значит, Эльми, после контроля ресаешь Димикса. Ну ебаный в рот. Димикс будешь ресать Киризайда. Эльми сдох нахуй. Руру есть, Эльми. Я повис, у меня пингануло. Ясно нахуй. Все понятно, блять. Вот что это? Летят доты и хирургия. Вот что с вами? Ну, я просто хочу хуету такую сказать, чтобы вам было пиздец, как хуево. Падаем. Что? Почему вы хлопаете? Я просто не вкуриваю. Ну, они зеленые, блядь. Или у вас они какие, сука? Мне объясните, ну, как можно мечтать про Геру, блядь? В каком, блядь, ключе вы мечтаете про этот рейд, чтобы, сука, вот так вот хлопать? Мне просто объясните. А не, жаба это понятно. Я там сдиспелил с кого-то, не знаю, жаба это была, нет? Ну это хуета полная. Кто там хлопнул? Ну, доты хирургия и до этого... Эльми. Вот что у вас нахуй? Как? Я не успел бежать. Это ты хуйню сказал. Ты вообще не пытался даже бежать. Вот просто давай вот сейчас разберем хуйню, да? Какая тактика на босса? Я вам просто скажу таймер, как часто появляется дух. Вот началась вторая фаза, там секунд 15 прошло, она вызывает первых духов. Вот от начала призыва первых духов есть ровно 10 секунд до призыва вторых и следующих. И духов там дохуище. До бирсы там их 150 там, или 200 появится, в зависимости от того, куда переведем. Каждые 10 секунд. Вот эту хуету надо в голове держать. Как работают духи? Они вылетают из леди такой по гиперболе, по параболе. Как эта хуета называется? Вот это, блядь, сначала вверх, блядь, там задержится, и потом вниз, нахуй, падает. Эта хуета, этот полет длится секунду. Потом она упала в точку, этот дух.
обоссанный. Потом он там стоит секунду ровно. Это уже 2 секунды. Эти 2 секунды, вот она написала ДБМ тебе ранее, блядь, желтыми буковниками. Блядь, призыв духа. Что надо делать? Я не успел. Блядь, 2 секунды. Ну, 2 секунды надо уже бежать. Когда ты бежишь, ты видишь, есть вокруг тебя духов или нет. Нету 30 метров духа, тебя бьешь спокойно, контролишь, играешь, заебись. Есть в 10 метрах дух, или тем более в 5, у тебя целая секунда, блядь. Он стоит, не двигается, этот дух. И только потом, в течение 5 секунд, или 3, или 4, он двигается за случайной целью. Вот ты оказался случайным, ты сказал, блядь, я не успел. Да ты нихуя не бежал. То же самое ко всем, кто их хлопает. Еще раз объясню. На этом боссе надо бегать много. Чтобы не хлопать их, потому что вы хлопаете, ну, ДСшника щитки съели, эти стрелы, и все, хлопок минус 5, минус 2, минус 3, а что потом мы делать будем, как мы играть-то, блядь, бить будем? Вы себе это в голове понимаете? Что это, можно здесь вот сидеть, как клоуном, нахуй, вот это вот падать, как бичи просто, ставьте, сука, патч. Скинул в DC патч, значит, где он там, подскажите мне, канал, гостиная, значит. Патч, РУРУ, Z, вот этот, МПК, вот эта параша, 16 мегабайт весит. Как работает патч? Дата РУРУ в игре открываете, туда скопируете эту хуйню. Только себе не удаляйте этот патч. Зайти в игру, лаунчер надо закрыть сначала. Закрыть игру, эту хуйню скопировать, ставить, дату РУРУ. Потом открыть игру через рун EXE. Рун EXE лежит в папке с игрой. Все, делайте эту хуйню. Вы их не видите, нахуй. Нихуя не делайте ради того, чтобы их не хлопнуть. И все, и все должны бегать. Ну не скачаешь, ну значит смотри, я хуй знаю. Значит что-то делать, чтобы их не хлопать. Что-нибудь, потому что я с мобильного интернета все. Ну, если ты их видишь, то я не знаю. Ну, делай что-то, чтобы их просто не хлопать. Больше движения. Ну ты возле леди, если смотришь, если он в миллизоне. Ну, тебе, значит, надо бросать все, весь агронабор, всю хуйню и просто отбегать от леди. Пока ты не убедишься, что он не на тебя летит. Иначе тут нехуй делать. Я вам сразу говорю, это не барьер, это просто ваше желание вот это говно боссаное убивать. Поймите это. Я очень надеюсь, что у вас это получится. Да, уходи, иди.